День народного единства отмечает Камчатка. Этот государственный праздник отмечается в России ежегодно 4 ноября. Я искренне поздравляю вас с нашим государственным праздником, с Днем народного единства. Сегодня каждый из нас ощущает его особенно остро, ведь как никогда сейчас важно сплотиться вокруг наших общих ценностей для защиты Родины. Именно народное единство – объединение общества и армии было и остается главным оружием, главным фактором наших побед. Так было во времена смутного времени, когда народное ополчение освободило Москву от захватчиков, те события, которые мы вспоминаем в эти дни. Так было во время Народной войны 1812 года. Так было и во время героической обороны Петропавловска-Камчатского 1854 года. Все эти исторические события напоминают нам, именно в единстве наша победа. Камчатка разнообразна по своему этническому составу. На территории края проживает более 100 различных народов. День народного единства, наверное, в этом году мы никогда ощущаем по-особенному, понимая, сколь важна память предков и преемственность поколений. Сколь важна сила духа и общая воля, которая объединяет нас в служении родному Отечеству. В понимании того, что наша родная земля всегда охранялась, созидалась благодаря жертвенному труду, благодаря служению и защите Отечества. Сегодня все мы, объединенные общей судьбой России, заинтересованы в том, чтобы доброжелательность, справедливость, искренность, мир, добро торжествовали. И именно этому всегда были посвящены усилия многонационального народа России. От всего сердца желаю нашему родному Камчатскому краю, нашей прекрасной стране, мира, добра и процветания. В День народного единства все народы чувствуют особенную сплоченность и единение, стремятся поделиться своей культурой и традициями. В нашей памяти дата 4 ноября навсегда связана с подвигом предков, которые отстояли родную землю от врага. Вся история России пронизана великой идеей народной сплоченности и в годы войны, и в годы мира. Потому что только сообща людям под силу справиться с самым трудным делом и достигнуть всех поставленных целей. Сегодня наша страна, весь российский народ отвечает на новые вызовы времени – и День народного единства наполняется для нас новым глубоким смыслом. Так пусть же этот праздник станет еще одним мощным призывом встать плечом к плечу перед возникшей угрозой. Вместе мы сила. День народного единства учрежден федеральным законом, подписанным в декабре 2004 года президентом России Владимиром Путиным. Впервые в стране этот новый всенародный праздник отметили 4 ноября 2005 года.